До нашої студії завітала Мирослава Чорнохатова, лікарка-ветеринар. І зараз будемо спілкуватися на тему, що треба знати, беручи тварини, скажімо так, з вулиці. Тому що іноді ми все ж таки... Ми це полюбляємо робити. Я це полюбляю робити. Зізнаюсь, що я одна з таких людей, яка просто всіх тварин тащить додому. Дайте фахові поради, чи варто це робити і чого варто боятися, коли ми вчиняємо такі речі. Це дуже добре, що ви їх несете домой. Кто-то все равно их должен спасать. У нас в городе очень много людей, которые спасают, но всегда надо помнить о средствах индивидуальной защиты. Если мы хотим спасать, то как минимум перчатки у нас должны быть всегда с собой. Мы должны помнить о том, что когда мы берем животное с улицы, оно уже становится нашей, мы уже за него в ответе. Да. Мы не можем поиграться и выбросить его на улицу, что достаточно часто случается не только с подобранными животными, но и с домашними животными. На жаль, да. На жаль. Мы в ответе, мы дальше принимаем его в свою семью, мы его любим обязательно, без любви они не могут, мы его лечим. И помним о том, что мы не занимаемся самолечением, а обращаемся к ветеринарным специалистам. В городе достаточно ветеринарных клиник, ветеринарных специалистов, которые могут оказать квалифицированную помощь. Угу. Тобто в будь-якому випадку варто звертатися до ветеринара, до лікаря, так? Тому що дуже часто ми приносимо додому, викупали його, він став пушистеньким, пухнастеньким, і ми вважаємо, що цього достатньо. Чи ні? Конечно, нет. Необходимо в любом случае обратиться за консультацией к специалисту, который расскажет о том, какие профилактические обработки необходимо проводить. Потому что... щеплення потрібно робити таким тваринам? Ми зазвичай звикли, що щеплення це для таких, скажімо, більш породистих, скажімо так. Нет, они болеют все одинаково. Щеплення дуже обов'язкові, потому что это профилактика. Это профилактика инфекционных заболеваний, заболеваний, которые передаются от животного к животному. Есть заболевания, которые передаются от животных к людям. До речи, а что это найтиповіші захворювання? Найтиповіші захворювання, ну, самое страшное, это, конечно, сказ, бешенство. Гідрофобія. Ми можемо якось візуально зрозуміти хвору, наприклад, хворий собака чи ні? Тому що, чому я питаю, от нещодавно буквально в Миколаєві був такий глист, гельмінти в серці собаки, да, у безхатніх, і вони переходили до людини, що ми там і гладили, брали додому і так далі. Можна якось візуально зрозуміти, здорова собака чи ні? Чи це складно? Нет, невозможно. Конечно, мы можем увидеть, если животное лежит уже в терминальной стадии, мы очень плохо мы видим, что животное хворое, тварина, да. Мы, естественно, должны, помня о средствах индивидуальной защиты, перчатках, если есть такая возможность, доставить его в ближайшую ветеринарную клинику. А по поводу дирофилериоза. Дирофилериоз – это сердечные гельминты. Собака является дефинитивным хозяином, окончательным хозяином. Человек – восприимчивый хозяин. Собака сама не передает нам, если мы погладим собаку, больную дирофилериозом, она нам не передаст этих гельминтов. Среди людей чаще всего регистрируется кожная форма. Когда эти гельминты живут под кожей, иногда конъюнктива, да, глаза, это все удаляется. У собак, к сожалению, что значит дефинитивный хозяин? Значит, он может жить в своем хозяине, этот гельминт, развиваться до половозрелой стадии и продолжать там свою жизнедеятельность. Переносчики – комары. Комар кусает. Больное животное, да, комары они переносят. Собаки, конечно, чем больше больных животных, тем вероятнее будут заражаться другие. Но мы должны профилактировать, наверное, убивать комаров. Но у нас зона очень опасная по этому заболеванию, потому что у нас речка, камыши, стоячая вода, и, конечно, комары там размножаются. Чи можно забирать додому птахів? От, зокрема, там... маленьких птахів, так, там, горобчиків, наприклад, або голубів.
Маленькие птахи, горобчики, желторотики, которые могут учиться летать, они могут выпадать из гнезда. Наверное, их не стоит трогать. Голуби... А если так дуже сильно переживаешь, что там его котенятко якесь піймає? Ну, наверное, тогда надо его взять и подсадить на дерево, поднять повыше. Потому что иногда взагалі, мы можем нанести больше вреда, чем пользы. По поводу голубей, голуби болеют хламидиозом. У птицы это заболевание называется орнитоз, и, к сожалению, люди могут заражаться. Ряд заболеваний голуби переносят. Такие заболевания, как болезнь Ньюкасла, это птичий грипп, они могут друг другу его передавать. То есть, если вы взяли голубя домой, принесли его, а у вас дома попугайчик, вы можете, конечно, ему навредить. Голуби являются переносчиками блох, клопов, клещей. Мы должны быть в любом случае внимательны и не забывать о средствах индивидуальной защиты. И такую птицу необходимо доставить ветеринарному специалисту для того, чтобы он разобрался, что за проблема, потому что течение инфекционных заболеваний может быть сходным, и надо понимать, чем лечить, и ни в коем случае не заниматься самолечением. Дивіться, сьогодні у світі відзначає Всесвітній день захисту тварин. От ваші фахові поради, як ми можемо захистити тварин? Домашніх, яких ми беремо? Хай то буде щеплення, хай то що? От ваші фахові поради, будь ласка. Всі животные, конечно, должны подлежать обязательной вакцинации против инфекционных болезней, естественно, против бешенства. Домашні, навіть які, як, да, які дома... ці вакцинації? Часто, скільки раз на рік маємо вакцинувати? Знову ж таки, домашні тварини, це ж і кури, і гуси, і всі. Я маю на увазі і курей, чи що? Це ж теж домашні тварини, кролів. Так, да, звісно, кролів від своїх заболівань. Опять же, для этого необходимо обратиться к специалисту, вы правы, потому что у нас много видов животных, мелких домашних, собаки, кошки, птицы, кролики. У каждого вида животных свой индивидуальный план обработок профилактических и вакцинации. Для этого можно прийти к врачу, попросить, чтобы составить индивидуальный план мероприятий противоэпизотических для конкретного вида животного, для вашего животного. Это зависит от возраста, потому что когда мы только берем щенка в дом или котенка, мы его должны вакцинировать в определенном возрасте с определенной кратностью. А потом это уже ежегодное. Якщо беремо, а якщо у кішки народилося котеня, ти що маємо вакцинувати? Ну, наверное, таке кошеня вже буде вакцинувати новий хазяїн, який буде, да, тому що для кошек ми вакцинацію починаємо в возрасті від 8 до 12 недільного возрасту. Собак ми вакцинуємо від 6 недільного возрасту. Схеми существуют разные в зависимости от угрозы окружающей среды. Да, одну вакцину мы можем колоть с 6 недельного, другую с 12 недельного и повторяем трехкратно до года, потом с года уже ежегодно. Обязательно обработки от гельминтов. В свете дирофилериоза, конечно же, обязательно обработки от комаров. Так, у нас є запитання від телеглядачів до вас. Взагалі, як часто можна купати домашніх тварин? Взагалі, чи варто це робити? От одне із таких найхвилюючих запитань. І, цікаво, як і собак, і котів, і, до речі, чи пацюків, тому що вони особливо мають специфічний такий аромат, який хочеться іноді якось прибрати. Взагалі, чи варто часто купати? Конечно, можно. Собак можно купать раз в неделю. Да. Это не запрещается. Есть специальные средства для собак. Самое главное, что мы должны помнить о том, что собаки, это не люди. Не надо им покупать Эльсеф или Пантин Прави. У нас сейчас зообизнес так далеко пошел. Есть шампуни отдельно для собак, для кошек, для грызунов. Мы можем использовать эти средства. Конечно, если мы гуляем с собакой, у нас дождливая погода, мы можем мыть ей лапки и животик каждый день. Если она вывалилась в пыли, они очень часто любят это делать, мы тоже можем искупать.
Вот. Кошек, чаще всего кошек не купают. Часто кошки сами очень хорошо моются. Ну, конечно, если кошка пострадала после какой-то травмы, инфекционное заболевание, она лежала, у нее там какие-то естественные, да, мы можем ее искупать. Кошки просто не любят купаться. Угу. Очень редкие кошки сами идут и мурчат. Вот это правда. Да, они не любят. Грызуны, мы тоже можем их купать по мере того, как они загрязняются, но они тоже не требуют вот таких частых. У нас собаки купаются чаще всего, да. Они имеют разный тип шерсти, они могут быть пушистыми, жесткошерстными. І... Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Багато, так, стільки тем одразу розкрили. І ми вже дізналися, як поводитись із домашніми тваринами, як поводитись із тваринами, які ми беремо із вулиці до себе додому. Я думаю, що і наші глядачі скористуються цими порадами, і ми разом з ними будемо користуватися цими порадами. 100%. Я нагадаю, що в нашій студії була Мирослава Чернохатова, лікарка-ветеринар.